Видео подготовлено сайтом online.kdz.net. Давайте выполним упражнение номер 186 на странице 75 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы и знаки конца предложений. Вы откуда, снегири? Это вопросительное предложение, ставим в конце знак вопроса. Снегири, бездарное гласное «е», проверочное слово «снег». Мы из утренней зари. Поистовательное предложение, ставим точку. Зари, непроверяемое бездарное гласное «а». А куда сквозь снегопад вы летите дружно? Это опять вопросительное предложение, ставим знак вопроса. Снегопад, бездарное гласное «е», проверочное слово «снег», разделительное, согласное «о». Летите, полет, проверочное слово, бездарное гласное «е». В сад, к яблонькам завьюженным. На ветру простуженным. Это повествовательное предложение, ставим точку. Яблоньки, непроверяемое бездарное гласное «о», завьюженным, приставка «за». Ветер, проверочное слово, бездарное гласное «е», простуженная, приставка «про». Песенку им спеть, грудкой обогреть. Повествовательное предложение, ставим точку. Обогреть, приставка «обо». Подчеркните предлоги, выделите приставки. Из предлог к предлог, на предлог, за приставка, про приставка, спеть с приставка, обогреть оба приставка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.